Привет, ребята, на моем канале Сферка Плей. Сегодня мы будем играть Топи Сайко. Ну что, начинаем на новую игру. Это место очень людное. И мой галстук слишком узкий. Я никогда не носил галстуки. Они были правы. Сложат меня оживить. И это письмо. Предложение работает. Что если это было шуткой, розыгрышем? Но... А вдруг это правда? И если это письмо настоящее? По твоему лицу это не настоящее. Это будет моей первой работой. Ребята, по этому лицу, он типа появился тут. О, курит пацан. Зачем курить? Курить это вредно. И пьет женщина пиво. О, что ж, я наконец-то прибыл. Я надеюсь, что я не ошибся местом. Думаю, мне стоит устроиться G-S-A-D. Я не важно, может стоит, с кем то поговорить. Я. Это нас обучают. Привет, извините. Управление фокусными задачами указано в филапе прямо продукту. Поэтому получение от его договора отношение к чистой проблеме. Начнем. Что тут? Здесь нет ничего интересного. Привет! Надо курящим познакомиться. Привет. Привет, я Брайан. Приятно познакомиться, Брайан. Мистер Чикмен. Если ты не против... если ты не против, не мог бы ты знать меня по фамилии, чем... Мэн. Знаешь, больше комментариев и их формальности. Извините, тогда зови меня Пастернак. Приятно познакомиться, Пастерняк. Сюда по всему могу предложить, что это тоже твой первый рабочий день. Просто будь спокоен. По твоему лицу ты не спокоен. Нормально? Немного нервничать. Да, я здесь из записи. Итак, извините, что письмо, но я не могу перестать смотреть на твой костюм с тех пор, как ты вошел. Вот что ты одет. В костюм? Нет, я имел в виду, что кто его дизайнер, кто его для тебя шил. О, тогда понятия не имею. Прости меня за мои манеры, но он выглядит весьма необычно. Ты не помнишь, где его купил? Мне мать купила его в супермаркете. Супермаркет? Извини, но какой у тебя класс? Класс D, а такой... Отвали от меня, червяк! Как ты смеешь разговаривать со мной в отношении класса D? Ну как? Пошел вон, вали! И извините за... Заткнись, что принесло такое дерьмо на тебя в такую компанию. Ты знаешь, где находится, знаешь?
Это головной офис задание, из которого происходит самое великое комментарий в мире. А да, я не закончил. Это компания на здесь самых умных и креативных людей мира уровня. Они от этих подчеркнуты заявлены из самых предвидений из-за того, что... Из-за того, а? Они не смотрят, соскатыли с трибуны опытом, борутся за... Нет. Успокойся, Чикмутен. Я не буду с тобой разговаривать. Проваливай отсюда. Пошел вон с глаз моих! Ладно. Хорошо. Хорошо. Мы не будем с тобой разговаривать. Это комплекс. В нем написано каждый год Синтез в этом помощь милая. Людей в секретов с помощью осени работы по нити рост не важно без устойчивость. Это в нем написано сейчас и в первую очередь наша благодарность это наш президент уровня класса для всех наших родных мы по Ливера Робылы на самом верху. Работа для вас. Класс А. Мечта для таких, как я. Почему он на меня смотрит? Это букет, в нем написано, находите ли вы на верхней своего класса начинение работы. Лучший комментарий мира с одной из наших родственников степеней. Дайте познакомиться с девочкой, привет. Давайте встанем как позу так.